наш новогодний уголок. Здесь у нас олень, который качает головой. Только очень медленно. Дальше маленький олененок, которого Тюша уже перерос. Давно. Давай дальше. Здесь у нас отличная коллекция светящихся шариков. Только они у меня на фотке все засвечены. Покажи-ка. А попробуй в другое место тыкнуть. Да я вот уже в разное пробую. Самый яркий тыкни. Нет, почему-то. Вот, которые верхние, они светлые, видишь? И? Ты что, хрен с ним. Так, Медведь, ты бы слова выбирал, особенно для записи. Мы поняли. На видео ведь не видно. Там тоже зеленый. Еще раз на шар. Сейчас, секундочку, я еще не успел. Давай, рассказывай. Два с синими маечками и синими птичками. А два с красными маечками и красными птичками. А как их зовут, медвежа? Никак. Как никак? Должно быть имя. Медовик номер один, медовик номер два, медовик номер три, медовик номер... Да не, давай один будет Василий. Василий. А следующий? Вася. Вася и Василий? Это что, младший, что ли? Да. Васисуалий, например. Васисуалий и Васисон. И Василиса, например, последняя. Отстань. О, так лучше. Еще снимаешь? Да. Ну все, теперь покажи всю сцену. Я что бы тебе выключить, чтобы включить, чтобы показать, как это красиво. Подожди, ты же весь кадр занимаешь. О. Пап, ну иди туда встань, я включу и выключу, чтобы красиво было, хорошо? Да. Красиво. Все? Да.